Романтик – это человек, который любит мечтать. Дарят цветы, приглашают девушек в кафе. Обнимаются, там целуются, ну, такое. Они очень любят людей. Это очень хорошие, милые люди. Этим людям не нужны деньги. Романтик это кто любит романтику. Романтика это булка с повидлом. Романтика может и парень, и девушка. Романтика это влюбленный неудачник.